Наркоманы, Петровичи, версия 2.0, Special Edition, вот это и вот это вот все остальное. Попрошу вас прямо сейчас покинуть этот бункер и выйти на свет Божий туда наверх и увидеть, насколько же там светло на улице. Выходите, выходите, не стесняйтесь. Я знаю, да, вы очень стеснительные, они же здесь впервые. Давайте, голубой медведь, не опаздывай. Двери за собой закрываем и пропердохались туда наверх. Мы сейчас вам все покажем, все расскажем, познакомим со всеми нашими детьми, которые здесь в нашем городе живут. Слушай, Кать, это, а может мы их сначала в школу нашу отправим? Они там будут учиться с этим, с лимончиком, с булочкой корицы, шоколадным кексом и всеми остальными. Они же как бы новички, они еще вообще ничего в жизни не понимают. Так, погоди, погоди, у нас школа только для наших животных детей, и это надо другую школу строить, специализированную. Так вот, значит, познакомьтесь, это наши панды, а вон там у нас Михуил, Петька, Самосвал. Петька Самосвал — это сын Михуила и Елены, он полярный медведь. Так, пройдемте сюда, там у нас живет дикий оцелот Герман. Потом, расскажи про наших кошаков вот этих, Кать, давай. Ой, ну сначала появилась Милка, потом я его мужика нашли, как его там звать, Батончик Иван, у них появилась задеточка, Милочка, а Милка себе хахаль нашла, вот мне сейчас там не в школе. Не Милка, а булочка с корицей, Милка, да, это ты чё? Да. Да-да-да-да. Так, вот там у нас кони. Пройдемте к коням. Кстати, коней мы в предыдущей серии выживания вроде как потеряли, да. И знаете, кто в этом виноват? Первый состав... Ты! Почему я? Первый состав наркоманов Петровича, они их выпустили и украли все наши изумруды. Маргаритка, Ритка наша и мастер, вот, познакомьтесь с ними. Вот там еще зомби-лошадь, скелет-лошадь, ослы. Чебурак, глава района, он здесь всегда все охраняет, это баба Чебурака, тоже познакомьтесь, покорми его, Кать. А, так, смотрите, вот можно взять мясо и покормить, в принципе, собаку и вторую тоже. Они уже давно в Майнкрафт играют, они знают то, что собак кормить можно, мы им просто показываем издок. Кокните, пожалуйста, этого фантома, ну будьте хотя бы в чем-то полезными, давайте руками кокаем. Такие же бесполезные, как и первый состав наркоманов Петровича. Честное слово, пройдемте дальше, сюда, за мной, на наш разрушенный корабль, туда не идите. Мы его потом с Катей перестроим, может быть, когда-нибудь. Это наша джакузька. Здесь отдыхают только те, кто хорошо себя вел и хорошо записывал ролики. Да вы запердохать уже этого фантома или нет? Так, ну можно сказать, что тест на наркоманов Петровича они уже не прошли. Если пройти дальше, справа вот здесь у нас находится курятник. Заходим все туда внутрь. Давайте, давайте, по одному заходим. Да чего мы тут не видели? Мы же все ролики смотрим, мы все знаем. А, ну... Кстати, ну да. Ну, в принципе, да, что мы вам показываем? Вы как будто... заходи сюда, Кать. Вы же реально все знаете. Один... Ролики смотрите, молодцы. Тогда вы в курсе, что у нас здесь в городе происходит. Но я вам предлагаю прямо сейчас всем в курятник туда забиться. Вас же надо спрятать на время, пока мы будем троллить других наркоманов Петровича. Катя, кокни их уже, пожалуйста, я тебя прошу. Я пытаюсь. Пока мы будем троллить наркоманов Петровичей, вы будете прятаться здесь. Давайте быстро заходите, пока все Каролины оттуда не выбежали. Давайте, 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 дверь. Закрывайте калитку за собой, все. На шив встаньте, чтобы ваши ники не были видны. Все, и стойте там. Когда придет время, мы вернемся... И позовем вас. Ага, все, стойте там и не палитесь. А мы, Катюха, с тобой отправляемся на наше стрельбище. Судный день настал. Откуда он взял? Он просто с неба упал. Ёперные эти, господи, мистеры Криперы, честное слово. Так, ну давай хотя бы закроем, чтобы они не выбежали отсюда. Стойте здесь, мы потом это все перестроим. Потом перестроим. У меня полсердечка осталось и дрить, колотить. Как, вот, судный день только что настал. Пришло время попрощаться со старыми наркоманами Петровичем. Рейд, оу, куда так много? Ну, ладно, больше людей из команды сегодня вылетит.
Ну, я так понимаю, что вон они тусят уже в отеле, да? Поэтому да. Пойдем к ним. Тусят в отеле. Надо их оттуда сейчас выманить и пригласить. Послушай, а как мы их уговорим сейчас поиграть вот в это, то, что мы построили? Да ну сейчас предложим им азартную новую игру, прям поколение 21 века, они по-любому согласятся. Вот смотри, сейчас я тебе все покажу. Злой Жорик, здорово. Так, что у нас здесь происходит? Херейт, в зале. Единственный херейт в зале занимается, мышцы себе качает. Так, все остальные, банан, как всегда, бухает, ага. И закусывает сразу, ну, типичный банан. Лерочка играет, все играют. Ага, хорошо вам, значит, да, здесь? Так, все сюда, на секунду подойдите ко мне, я вам кое-что хочу сказать. И там на втором этаже тоже вроде кто-то есть. Кто это у нас там в джакузи отдыхает? Пупок с отомчиком жопу греют в джакузи, да? На первый этаж, так, давайте. Пусть спускаются. Давайте все на первый этаж встречаемся вот здесь. Давайте спрячемся от Жорика вот сюда в спортзал. Все сюда, давайте, встаньте. Господи, как вас здесь всех много. Короче, что я вам хочу сказать? А не хотите ли вы хорошо провести со мной одну совместную ночь? Ну, не хотите ли, так сказать, немножечко углубиться в азартные игры? Ну, там, знаете, так это, побаловаться немножко. Не хотите ли вы немножко пошалить? Развлечься по максимуму. Короче, они хотят. Все супер. Тогда я вам предлагаю быстренько пройти за мной, потому что шалость как бы вечно ждать не будет. Шалость у нас находится, кстати, здесь, возле отеля, практически вот здесь, за углом. Далеко ходить не надо, далеко. Все развлечения рядом. Вот, все стали вот сюда, за эти линии синие и розовые не заходим. Все вот банан, заберите у банана самогон и яблоко, я вас прошу. В чем же заключается шалость? Азартная игра, да? Смотрите, у нас здесь есть цель. В нее просто надо попасть. Вот, в середину. Вот, смотрите, вот, здесь есть цель. Я беру и попадаю в середину. Вот так. Я молодец, да? Но, подождите, если я попаду не в середину, а куда-то, ну, не в яблочко, то произойдет следующее. Кого попало? В Хрейда попало. Просто надо попасть в середину. И смотрите, у каждого из вас есть ровно по 5 попыток. Дальше я. У вас есть ровно 5 выстрелов. Если после 5 выстрелов вы остаетесь в живых, то мы вам дарим пожизненное проживание в нашем отеле. Все честно, но если вы умираете, то для вас все заканчивается. И вы вылетаете из команды наркоманов Петровича. По сути, как бы вы можете отказаться, вас же никто не заставляет, но я-то так подумал, Скати, то, что вы уже долго играете в Майнкрафт, вы уже долго помогаете, и попасть с 3 метров в яблочко, вот так, мне кажется, самая большая нубасися в мире сможет. Вот даже так, я смогу, даже, да, даже я смогу. А, ну давай, вот прыгнем. Так берем, давай. Вот так и целимся, вот так. Ну, я просто, у меня комп тупит просто сейчас, вот это, вот сюда вот так. Попала? Вот, попала! Вот, видишь, попала! А у вас 5 попыток, если за 5 попыток вы не умираете, пожизненно, бесплатно живете в отеле! Но если вы за 5 попыток умираете, вы больше с нами ролики никогда не записываете. Ну, просто... у вас есть время подумать. У вас есть время подумать, идите посовещайтесь там. Вы можете отказаться и не играть. Так, идите совещайтесь. Просто помните, что если вы умираете, навсегда вылетаете с команды наркоманов. Чё, думаешь, согласятся или не согласятся? Да по-любому согласятся. Смотри, на азарт на лице написан просто. Да, по-любому. Да по-любому согласятся. Ну уж тем более, с 3 метров-то любой нуб сможет попасть. Вот, как говорит Стасик, кто не рискует, тот не пьет шамага. Вот это. Так, ну что, решение принято. Вы играете. А? Кто играет, занимайте позиции вот здесь, возле синих ковров. Розовые ковры — это розовенько для нас. Розовенько — это моё. Это для моё. Кати. Мы построили специально 2 вот эти площадки. Так, так вы дрюкаться друг друга, может, уже перестанете? Встаньте в ряд, господи! Вот так, он... всё, друг за другом, друг за другом, друг за другом. Быстро, как в школе.
по росту или по возрасту, мне вообще без разницы, просто выстроились в шеренгу все, как в армии. Хэрейдушка, тебе выпала честь быть первым. Держи лучочек и держи, я тебе даю ровно 5 стрел. У тебя всего лишь 5 попыток. Можешь начинать тогда, когда захочешь. Давай. Страшно, конечно, страшно должно быть. Если выиграешь... Давай, стреляй! Ага, не попал! Ой, жаль. Да, Хэрейд, жаль. Ну, еще бы чуть-чуть, и было бы прям яблочко, но что-то пошло не так. Давай, Хэрейд, да куда побежал? Давай, у тебя еще 4 попытки, быстро! Вторая! Ну, давай, попадешь. Эх, блин. Третья! Да, блин, высоко взял. Давай, высоко взял, давай, четвертая и пятая, Хэрейд! И последняя попытка, Хэрейд, если не попадаешь в центр! Ай, как жаль. Он не бесплатно больше не живет в нашем отеле, и Хэрейд с этого момента больше с нами в команде... Не записывает никогда больше ролики. Это его последний ролик, чтобы вы понимали. Банан! Твой выход, как бы, на очереди. У тебя всего лишь один лук, и у тебя всего лишь 5 стрел. Ай! Ай! Ой! Да что ж ты... Слушай, Кать, никому не везет, просто никому не везет. Так, банан... Они попадают в яблоко. Они просто не попадают в центр, они мазилы. Столько лет играют в Майнкрафт. Давай, банан, ну хотя бы один раз попади. Ну, но... и... Куда ну, мимо, жену. Ну, ты же видишь, что мимо. Ну, настрой лук там вот это, ну, повыше возьми чуть-чуть, ну, возьми, подсказывай. Возьми его, как будто последний раз в жизни, давай, четвертый, пятый расстреляй. К сожалению, банан больше с нами никогда не записывает. Катя, покажи, пожалуйста, как попадать в центр, чтобы тебя не убивало, покажи, пожалуйста. Господи, вот вы берете, встаете. Целитесь, ну чуть-чуточку надо, ну повыше взять, ну как бы траектория стрелы, она идет вот так примерно. Ну. Сейчас. Сейчас, подари, у нее всегда не с первого раза в этой жизни все получается. Да, сейчас. Ну вот так чуть-чуть берем повыше, вот прям вот на красненькую целимся, вот так вот. Вот. Со второго раза всегда работает. Всегда. А у вас с пятого раза не получается. Да что ж то так, Костя? Лук, 5 стрел. Твой выход! Костечка, ты записываешь уже почти 2 года. Если ты вылетишь из команды, будет, конечно, очень жалко, но азартные игры на это и азартные игры. Давай, да, Костя точно останется. Костя останется, я Давай. Верю. Костя, с 3 метров просто вообще совершенно не попадаешь. 2 года записи у человека просто закончились за... 30 секунд. Ну, к сожалению, как бы... Амочка, ты следующая на очереди. Давай, твой выход. Пошла, Амочка. Стасик, давай ты. Вот я попадаю. С первого раза попадаю причем. А вот, слушайте, столько народу уже выбыло из команды. Столько народу, слушайте, а до сих пор никто в яблочко не попал. До сих пор. Да, как вы так играете? Я вот сейчас возьму и попаду вот так вот. Оп. Ну почти попал. Я говорю, у нее всегда со второго раза все получается. Лера 540, господи. Ты, я тебе честно скажу, иди сюда. Ты вообще мой любимый наркоман, Петрович. Только другим не говори. Ты мне всегда нравилась больше всего. Еще с тех времен, когда ты колодцем была. Это помнят только вот это. Выиграй, пожалуйста.
Попади хотя бы один раз в центр. Я тебя прошу, ну, давай. Ты понимаешь, что либо ты остаешься в команде, либо больше вообще нет команды. Не существует. Команды наркоману Петровичу больше не существует, если ты вылетишь. Давай, покажи, Лера, как надо играть в Майнкрафт. Давай! Лера. Лерочка. Лера! Покажи, Кать, как надо, как надо в центр попадать. Покажи всем, да покажи вот, всем. Я же говорю, ну нужно целиться тут чуть повыше. Ну вот, центр и все. Ну что сложного-то? Ну, ребят, ну как так-то, ну? А все? Это... А что это? Да не, вы пока уберите на стойке эти бананы. Уберите бананы, убери! А все получается? А получается, а больше вы с нами не записываете никогда ролики? А чё это? А как это? Это невозможно, мне кажется, в чём-то подвох, тут подвох. Да я ж это... показывала вам, как надо. В чём подвох, Катя, задний Игорюнчик? Просто берёте, да... попадаете, вечно живёте в нашем отеле, не попадаете, вылетаете с команды, давайте за мной. Это же шутка, пишет Костя, это шутка на 1 апреля. Вы чё, реально думаете, что это шутка? То есть вы реально думаете, когда дело доходит до шалости, то я буду шутить? Нет, ребята, это не шутка. Идите за мной. Сейчас мы с Катей вам все покажем. Не, ну вы не расстраивайтесь на самом деле. То, что павук со скелетом вместе гоняется, это ничего страшного. И то, что вы больше не в команде, это тоже ничего страшного. Ведь вы, ну как бы, ну, мы решили проблему уже заранее. Они думают, Катюха, то, что мы с тобой шутим. Шутки шутим, получается. Ага, да, конечно. Заходите, проходите здесь, все вот здесь. В начале. Все вот располагайтесь так удобно, как только можно. Отойдите чуть-чуть вот туда, к забору. Вот туда, дальше. Давай, Стасик, давай. Разрешите представить. Обновленная 2.0, новая версия новой команды наркоманов Петровичи, которые будут записывать со мной ролики с этого момента вместо всех вас. И на улицу пошли, поехали, Андрюшечка, кто-то там, не помню, Милка, Голубой Медведь, Кофеманка, Ася и Каролина. Как не Каролина, она там лишняя, Кать. Так, Каролина, ты лишняя, ты не в команде. Ну вот. Новая команда наркоманов Петровичи, которые займут ваши места. А вы что думали, то что мы шутим? Нет, мы не шутим. Новые наркоманы Петровичи, пройдемте за мной. Азартные игры, они такие на самом деле. Как да. Бы. Ну, никогда не знаешь, когда повезет. Никогда не играйте в казино, никогда не играйте вот в эти все автоматы, не надо. Зачем? Вы видите, к чему это все приходит? Ой, Катюха, опять Маринка пришла. Ядрить колотить, иди кокни Маринку. Гости-то новенькие, вы что здесь делаете? Отель закрыт на ремонт. Кокайте Маринку, Эндермен, а Игорюнчика кокайте. Так, новенькие наркоманы Петровичи, сейчас я бахну вот этого медика. Идите, заходите все внутрь, только аккуратно. Здесь так, всегда... Так, в бар. Все в бар. Тут всегда злой Жорик, поэтому аккуратно. Господи, чё, кокните этого эндермена уже проклятого ядрить, колотить. Все в бар, давайте. И, кстати, Костя, я хочу тебя расстроить. Костя, это больше не бар Константина, это бар Голубой Медведь. И настойки больше не от бананчика, а от кофеманки. Кофеманка, внутрь туда зайди. Голубой медведь, ты тоже внутрь зайди. Это твой бар с этого момента. Ну, в общем-то, как-то так. Костя! Да ты успокойся, ты бар не разрушай. Ты смотри, он ломать его начал. Буянит, посмотрите на него. Смотри, расстроились, походу. Костя, успокойся! Тихо. Сейчас меня кокните, потом я вот это из жизни вас кокну. Все, успокойтесь. Так, ну что, надо провести экскурсию для новых наркоманов Петровичей. Там комнаты поменять, таблички заменить. Ну, вы, в принципе, можете уходить. Алло, что происходит? Не, куда? Чего? Это что за руба сосена посередине отеля? Столько? Успокойтесь, охранник, Жорик! А Жорик вообще не... Ребята, тихо, успокоились! Лера, я сказал, все успокоились! Картошка, ты убрала свой лук!
Ядрит! Амочка, ядрит! Успокой! Костя! Костя! Нет! Костя! Вар голубой медведь! Вар голубой медведь разрушил! Ядрит, колотить! Все успокоились! Вышли все быстро с сервера! Прям сейчас вы больше здесь играть не будете! Все! Старой команды наркоманов Петровичей! Нет! Давай, 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 заходи сюда, не боись, вот все, Месилово вот это отельское закончилось уже, давай, все остальные новички тоже давайте поднимайтесь сюда, на второй этаж, давайте, давайте, ждем вас всех здесь. А, все, разбирайте себе комнаты, живите сколько хотите, 4 комнаты на вот этом этаже и 4 комнаты на втором этаже, тут у нас джакузи и на первом этаже у нас спортзал и игральная зона. Все, давайте, разошлись, ну, разошлись. Бар перестроим потом. Бар потом голубой медведь перестроим. Ага, все, давайте, хорошего вам вечера, ночи, идите спите, ага, давай. Тебе не кажется то, что как-то слишком жестко получилось, а? Ну, что-то мы немножечко так прям борщанули, прям вот совсем капельку. Но они же поверили! 100% поверили! Да, по-любому поверили. По-любому поверили. Ну все, больше команды наркоманов Петровичей не существует.